позвонил спортивный директор, сказал то, что есть предложение подписать контракт с Оренбургом. Получается, мы еще общались 2 года назад, там не получилось перейти, а сейчас вот, получается, я в сентябре давал контракт с Нижним Новгородом и перешел в Оренбург, подписал тоже контракт на 2 года пока что. Получается, я с сентября 4 месяца не тренировался и сейчас приехал на сбор. Первые дни было тяжело, конечно, первые 2 дня, и сейчас тяжело. Пока втягиваемся, потихонечку работаем. С кем-то уже успел познакомиться, почувствовать коллектив? Ну, я много кого знал в команде, там Тимура Юбку, с ним вместе играли, Копленко, там, Мирон, мы все, как бы, всех знаем, общаемся. Футбольный мир тесен, как говорится, все друг друга знаем. Про команду Оренбург что слышишь? То, что команда ставит высокие задачи, опять выйти в премьер-лигу, высший дивизион, и будем добиваться все вместе, выходить в премьер-лигу. Сам для себя какие задачи, цели ставишь вот на этом? Добиться номер один, и чтобы быть с номер 3 в команде. Главное играть.